Всем привет! Проходим игру сама. Ехали-ехали в прошлом видео. Так и не доехали до станции. Врезались в какие-то камни, сейчас придется пешком идти. Километров 500. Ладно, хоть фонарик. Остался на месте. Кто-то вызывает. Саймон, вы там? Кэтрин, это вы есть? Я уже был в пути, а потом поезд сломался к чертям. Вы в порядке? Ты сама говоришь, что секция перекрыта. Нет, я не в порядке. Что вообще случилось? Слушайте, об этом пока не волнуйтесь. Я понимаю, вы в замешательстве, но лямбда уже скоро. Как близко пешком дойти можно? Да, но тоннель заблокирован. Чтобы уберечь постройку от обрушения, вам надо обойти. Что здесь происходит? Мне пора, до скорой встречи, Саймон. Кэтрин, ты в порядке? Кэтрин, вы в порядке? Вот херня-то опять. Ладно, полечимся. Он уже... Руку согласен. Jesus Christ! What the hell? Эй! Вода потекла. Что за фигня? Выход. Светит, как будто солнце. Хотя всего-то лампочка какая-то. Ага, во. Открывайся. Опять баллы. Ёпта. А где выход? О, выход. Даже лесенку подали. Немножко подзагрузки. Не, ну странно, почему плавать не умеют? Под водой прыгают. Как и на суше. Не успел вылезти, уже люк прихлопнулся. Опять под водой пойди туда, не знаю куда. Я же лямбду найду. Тут-то пьян, конечно. Пойду по фонарикам, вот по этим. Что-то типа тропинки даже есть.
Еще дальше фонарики, рыбы. Сюда надо. Лямбда. Где-то тут. Куда все делись? Что там шумит? Иди-ка сюда. Я тебя слышу. Хватит прятаться. Вот ты где. Что-то непонятно, что это было. Вот какая-то тут станция. Вот она, вот она. Давай. Это, наверное, лямбда. Какие-то даже надписи на китайском или на каком-то тут языке. Пейзаж. Там дерьмо прошло какое-то. Все, загрызли. Кэтрин? Кэтрин? Не смотри на него. Все, опять схавали. Вы в порядке? То мне нужна ваша помощь. Какой тут в порядке нахрен? Где я вообще оттуда он пришел? Все закрыто опять. Черт возьми, ну почему это должно было случиться именно сейчас? Этот инвалид уже хромать начал. Материнская плата. Питание, что-то все на китайском тут. There you are. Upright and everything. Вот вы где. Это что? Из бабы сделали робота? No, not you too. Только не вы. Я так надеялся, что вы человек. А вы не смотрите на электронику. В голове не укладывается. Бред какой-то. Ничего не осталось. Успокойтесь. Точно? Что-то похоже. Don't take this the wrong way.
Поймите правильно, хоть кто-то из людей остался, вы и сами это себя видели, вы ходячий, говорящий в водолазный костюм. Я хочу уйти. Помогите мне. Я пыталась выяснить, что происходит с моим проектом. How could anything possibly matter when you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. Так спокойно, я хочу, чтобы меня починили. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Мне нужен доступ к компьютеру. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? А у вас есть ключ? I don't have to do. Plug it into the terminal. Как раз подойдет, вставьте его в терминал. Ладно, как скажете. Когда инструмент загрузите, вставьте в него. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Он наружу выйдет, берите его, вставляйте инструмент. Sure, whatever. Все понятно, что ничего не понятно. Надо аптечку мне. Активирован терминал. Тут ничего сложного, подберите микросхему и ставьте его в мини-бокс. Кэтрин, так, давайте попробуем. Чё? Сдохла, по-моему. Просыпайся. Что-то тут где взять надо что-то. Тут ничего не нажиматься. Да еще тут картина мыльная, аж раздражает. Может тут что снять? А, вот. Что-то стырил. Найден пользовательский энцефалочип. Помощница Джейн отключена. Странно чувство. Я в инструменте. Спасибо. Что у вас за проект? Мой проект. Я сохранила всех людей на станции в виде образов мозга и поместила их в искусственный мир. Мы собирались запустить его в космос, чтобы спасти, ну вот, от всего этого. Вы говорите, вы собирались запустить в космос компьютерный мир, населенный людьми? Да, сначала это был простой особый проект, но когда упала комета, все стало серьезнее. А что логично? Не знаю. Вот это моя версия. The camera scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Живая Кэтрин вполне могла уже закончить этот проект и запустить. Значит, вы говорящие роботы? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense. Возможно, но я сомневаюсь, в таком случае они были бы неразумны. I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Вы можете сделать мне одолжение, зайти в другую комнату и посмотреть. Там есть файлы. Sure, Kath. Конечно. Спасибо, я открою вам дверь. Вы говорили, что из Торонто? Да, я пришел на томографию, а потом раз и уже здесь. Ничего не понятно. You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Check the computer in the other room. Проверьте другую комнату.
О, персонаж, блин. Ногу подвернул. Еле ходит. А чё за фигня? You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Мне бы хотелось знать, кто захотел отправить канадца на дно моря. Что случилось? Существо было каким-то слишком властным. Оно нарушает восприятие. Прекратите привлекать к себе внимание. Опять прилетел робот, лбом долбить себя начал. Какая-то записка. There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. Опять твики на китайском. Что тут делать? Здесь что? Кто-то есть. Кажется, он вернулся. Осторожно. Каска осталась. Эта тетя сказала какую-то комнату проверить. Я уже тут. What happened to the tower and the dock and the welcome center? What tower? What are you talking about? Что случилось с башней? Какой башней? All the towers в камерах помехи. Это странно. Лечилка. Сейчас опять руку отгрызет. Ну, хоть так получше стало. Catherine? What? Catherine, что? Never mind. Ничего не важно. I told you. Go check the computer in the other room. Компьютер? А вот это что тут за решетка? Где компьютер? Какой тут компьютер был?
Нет тут никаких компьютеров. Ты меня обманываешь. Сейчас опять этот дерьмо придет. Just check the computer. Yes, look for anything about the app. Нашел компьютер. Лямбда. Какая-то карта. Восстановлены данные ковчег. Опрос мнений. Ковчег, среда. Is this from inside the ark? Yes. That's some early memories of the world inside. Варианты виртуального ковчега. It's a whole lot comfier than this place. Уютнее, чем здесь. Ковчег, чертежи. Классификационный опрос. Я чувствую себя неестественно не настоящим человеком. Как бы вы описали свои ощущения? Кажется, все притупилось. Как бы вы описали свои отношения к своему новому состоянию? Оно мне не нравится. Беспокоит ли вас факт, что в большинстве, что вы больше не являетесь человеком? Да, тяжело переживаем. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полной и достойной того, чтобы ее прожить? Нет. Надо, наверное, докончить. Вероятно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Нет. Благодарим за участие. Ковчег отслеживания. Я нашел следящий и что-то там. Он еще работает, кажется, да. По крайней мере, что-то есть. Попытаюсь его найти. Что-то это галактика какая-то. Ковчег находится в пределах этого сектора. Так, наверное, здесь. Нету. Ковчег находится где-то здесь. Сектор Лямбда. Нету.
нету. Может, Тау? Тау, какой-то Тау. Че ищем? Че-то ищем, но главное ищем. Ага, где-то наверху. I found it. It's at a site named Tau. Ковчег обнаружен. О, на земле. Черт, в таком состоянии он долго не протянет, максимум лет 20. Маловато для создания будущего. Если мы туда доберемся, сможем попасть в ковчег. Да, наверное. I'll take us there. Я вас отнесу. Jump, я могу swim, двигаться, sort of. Прыгать, плавать. You're stuck in the door opener, как? The Omni tool. I'll just carry you there, and you'll show me what to do. That sounds really risky. Звучит очень рискованно, да, и не хотелось бы мне. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Omni. We need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. Наверное, придется идти на Тету и молиться. Okay, so we go to Theta. Ну, тогда идем на Тету. Catherine, look around. Catherine, вы оглядитесь. Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. Может, еще есть действующий поезд до Теты? Сомневаюсь. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just Хорошо. Share from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Сейчас я отсюда вылезу. Давай начнем. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to strength вынимать. You got it. Stop. Чик. Можно идти дальше. Станция Лямбда. Так, и куда тут чесать? Опять заблудился. Или обратно идти. Thank you.
какая-то дверь. Интересно, что это херня. Что это спасательная капсула? Кюри номер 4. Эй, Саймон, вы меня слышите? Да. Минутку, сейчас попробую. Не выходит. Это капсула с Кюри, с корабля, который ходил между Лямдой и Кассией Баном. Я сохраню охранную информацию и обновлю Omnibox. Не работает. О, моя новая херня летающая. Валим, валим. Какие-то огни тут. Камни, что ли, летают? Какого хрена? Опять галюны начались. Нету никого. Это что за какой-то корабль вроде? Кажись, корабль. Зачем он залез в корабль? Так просто. Здорово. Персонажа глючит. Что происходит? А это что, станция? Или опять какой-нибудь корабль? Сюда. Похоже, сюда раз лесенка есть.
нету. Тяжело открываться. Что это за место? Мы пришли. Это что такое? Топор? Похоже так. На топор это оказаться. Пакетики какие-то. Нужно опять разбить надо. Чьи-то кости. Что за херня? Там кто-то, по-моему, уходит. Кыш, кыш, кыш. Кышка, иди обратно. Ладно. Лучше пока остановимся здесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и комментируйте. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. И всем пока!